В течение недели в соединенных частях в зоне оккупационных сил отмечались небоевые потери, истинные причины которых скрыты украинским командам. В период с 12 по 18 июня в соединенных частях тактической группы «Восток» небоевые потери составили 6 военнослужащих. 12 июня в ходе работ по углублению траншеи военнослужащий 8-го батальона 10-й бригады получил травматическую ампутацию левой кисти. 14 июня двое военнослужащих 1-го батальона 128-й бригады отклонились от установленного маршрута в районе Павлополь и подорвались на противопехотном мине. 14 июня двое военнослужащих 2-го батальона 93-й бригады в состоянии наркотического опьянения оказались в сопротивлении при задержании сотрудников военнослужащего правопорядка и были доставлены в госпиталь с тяжелыми телесными повреждениями. 15 июня на полигоне в районе Анадоль старший солдат Звытько мотопехотного батальона 93-й бригады получил огнестрельное ранение. В подразделениях и на складах вооруженных сил Украины продолжается хищение и незаконное списание военного имущества, полученного в рамках международной помощи из США. Вооруженные формирования Украины продолжают нести небоевые потери в зоне оккупационных сил. По имеющейся у нас информации штаба 127 бригады, 18 июня небоевые потери составили 3 военнослужащих. Происшествие произошло на окраине населенного пункта Новоселовка 2, где во время обустройства блиндажа на минно-взрывном устройстве подорвалось 3 военнослужащих, один из которых скончался на месте. Причиной увечий украинских боевиков стало невыполнение указаний командира бригады о проведении инженерной разведки местности для уточнения карт минных полей. Не менее важной проблемой вооруженных формирований в зоне так называемых оккупационных сил является некомплект личного состава. Так, укомплектованность 58-й бригады в настоящее время составляет 56% от штатной численности. Сложная ситуация обусловлена ростом числа небоевых потерь среди личного состава и боязнью военнослужащих выполнять боевые задачи в зоне оккупационных сил. Положение с укомплектованием бригады усугубляется низким уровнем морально-психологического состояния военнослужащих, которые не желают продлевать контракт. За последний месяц в этой бригаде отказались продлевать контракты 36 военнослужащих, срок которых истек. Проведенный командованием оккупационных сил анонимный психологический опрос военнослужащих вооруженных сил Украины в зоне проведения операции показал, что просмотр республиканских телеканалов, а также публикуемые в социальных сетях сообщения официальных представителей народной милиции, как нашей республики, так и ЛНР, оказывают негативное влияние на морально-психологическое состояние украинских солдат. Украинская страна продолжает грубо нарушать взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня. За прошедшие сутки со стороны украинских боевиков зафиксировано 4 нарушения 2-го пункта комплекса дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня. На Донецкое направление украинские боевики 58-й бригады с позиции в районе Пески обстреляли из минометов калибром 120 мм СПГ районы Свенпута Веселая и поселка Шахта Октябрьская, также волево центра, выпустив 11 мин и 9 гранат. На Мариупольском направлении боевики 128-й бригады с позиции в районе Водяна обстреляли из СПГ района Свенпута-Ленинска, выпустив по поселку 15 гранат. Всего за неделю зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований. Противник вел огонь по населенным пунктам нашей республики, применяя минометы калибром 120 мм, различные типы гранатомета и стрелковое оружие. Обстрелом со стороны противника подверглись 7 населенных пунктов, такие как Веселая, поселок Шахта Октябрьская, Волево-Центр, Жабуньки, Украинская, Ленинская и Сосновская. Факты нарушения в оперативном порядке доведены до представителей украинской стороны ВСК с целью своевременного принятия мер к нарушителям перемирия и исключения случаев фальсификации учетных данных о нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских боевиков. Материалы по фактам обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины переданы представителям международных организаций, находящихся в республике, а также Генеральной прокуратуры нашей республики для приобщения к уголовным делам в отношении украинских командиров. Нарушение 3-го пункта дополнительных мер наблюдатели миссии ОБСЕ подтвердили размещение 22 единиц вооружения военной техники под контрольных населенных пунктах вблизи жилых домов и неинфекционных объектов. Призываем жителей под контролем вооруженных сил Украины территории не допускать размещения вооружений военной техники вооруженных сил Украины вблизи своих домов и объектов гражданской инфраструктуры. Обо всех фактах сообщает сотрудникам миссии ОБСЕ. Только публичная огласка преступных действий украинских боевиков позволит своевременно их предотвратить и обезопасить свою жизнь и жизни своих родных и близких. Украинская страна продолжает нарушать взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня. За прошедшие сутки со стороны украинских боевиков зафиксировано одно нарушение
Второго пункта комплекс дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня. На Мариупольском направлении боевики 3-го батальона 93-й бригады по приказу комбрига Брижинска с позиции в районе Старогнатовка обстреляли район Новоласки из БМП-2 и АГС, выпустив по поселку 40 боеприпасов. Информация о пострадавших среди мирного населения и повреждения гражданской инфраструктуры уточняется. Факт нарушения в оперативном порядке доведен до представителя украинской стороны ВСК с целью своевременного принятия мер к нарушителям перемирия и исключения случаев фальсификации учетных данных о нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских боевиков. Защитники республики продолжают наблюдение за противником и строго соблюдают режим прекращения огня. Нарушение 3-го пункта дополнительных мер выявлено размещение 7 единиц вооружения военной техники вооруженных формирований Украины вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории. 58-я бригада, 1 бронетранспортер и 3 боевых машины пехоты в жилом районе коттеджного городка «Чистый ключ». 28-я бригада, 2 боевые машины пехоты на окраине жилого массива «Георгиевка» и 1 боевая машина пехоты на территории частного владения «Тарамчуке». Украинская сторона продолжает целенаправленно препятствовать работе международных наблюдателей, блокируя работу беспилотных миссий ОБСЕ. Так, с целью недопущения обнаружения запрещенного вооружения 58-й и 28-й бригад зафиксировано активное применение станции радиоподавления канала управления и навигации беспилотников и состава мобильных групп 20-305-х отдельных батальонов РЭП в районах Пески и Красногоровка. Также, по информации от источников штаба 72-й бригады, проводится разбирательство по факту беспорядочной стрельбы, которую устроили 17 июня боевики мотопехотного батальона. По предварительной информации, четверо украинских боевиков в состоянии алкогольного опьянения устроили соревнования по стрельбе на передовых позициях на окраине Веселого, что послужило поводом для фиксации нарушений режима прекращения огня патрулем миссии ОБСЕ в ходе мониторинга обстановки в районе Донецкой фильтровальной станции. Также наблюдателем миссии отмечается, что в данный период времени ехал вахтовый автобус с дежурной сменой Донецкой фильтровальной станции. Данный инцидент негативно воспринят командующим оккупационных сил Кравченко, который приказал провести замену личного состава на позициях мотопехотного батальона, а также организовать взаимодействие с СККК Украины по получению информации о передвижениях мониторинговой миссии. Подразделение Вооруженных сил Украины продолжает нести небоевые потери по причине нарушения правил использования военной техники и непрофессиональных действий экипажей боевых машин. При этом специалисты 72-го центра принуждают представителей СМИ согласовывать подготовленные материалы о работе в зоне оккупационных сил. 17 июня на полигоне в районе Яснобродовка с личным составом 13-го отдельного мотопехотного батальона 58-й бригады во время проведения занятий по огневой подготовке получил травму правой кисти солдат Скляров, который в нарушении требований безопасности не поставил фиксатор и не закрепил люк на БМП-2, в результате чего ему отрубило 4 фаланги пальцев. На занятиях присутствовали корреспонденты телеканала 112, которые зафиксировали произошедший инцидент в ходе подготовки сюжета. Однако офицер 72-го центра рекомендовал оператору съемочной группы телеканала удалить весь материал о небоевом травмировании, пригрозив ограничению работы в зоне оккупационных сил.